последнее время в Каспийске число детей, заболевших ОРВИ и гриппом, возросло. Также появились случаи заражения корью и другими инфекциями. По этому случаю в детском саду номер 11 в рамках проекта «Здоровое материнство» клуба родительства, проекта «Движение матери России», библиотечной системы имени Фазуалиева и Министерства здравоохранения Дагестана ведущие специалисты в области медицины подняли одну из важных тем – это вакцинация. В медицине есть такое понятие, как детские инфекции. Это такие болезни, которыми лучше переболеть в детском возрасте. Потому что именно в это время они переносятся легче всего и после выздоровления оставляют стойкий иммунитет. К ним относятся коль, краснуха, ветряная оспа, скарлатина, коклюш, эпидемический паротит. В данное время детские инфекции занимают ведущее место в структуре детской заболеваемости. Многие инфекции, даже те, которые чаще всего протекают в легких формах, могут приводить к тяжелой болезни, даже летальному исходу. В роли спикера выступили заведующая детским инфекционным отделением Республиканского центра инфекционных болезней Минздрава Республики Дагестан Патимат Гитинова, основатель клиники осознанного материнства «Аэрклиник», семейный перинатальный психолог, женский коуч Айшат Расулова, инфекционист детской поликлиники муниципалитета Султанхану Багаудинова, а также заведующая педиатрическим отделением детской поликлиники города Каспийска Венера Микаилова. Дело в том, что вот ваше поколение, они практически все привитые. И они нам создали вот такую благополучную подушку для вас именно, да? Потому что мы создали коллективный иммунитет. А вот вы сейчас, в данный момент, своих детей уже не защищаете. Вам так кажется легко, вот переболел ребенок корью и все. Ну вот хорошо, он переболел в детском возрасте. Говорят, что легко протекает. Но есть инфекции с осложнениями, очень коварными, опасными, которые приводят к инвалидизации или даже к летальным случаям у детей. Также спикер довела до мам, что здоровый образ жизни и позитивная психологическая атмосфера в семье очень важны для ребенка и его будущего. Ведь это неотъемлемая часть здоровья малыша. На встрече также было отмечено, что любое инфекционное заболевание, даже обычное ОРВИ, подрывает иммунную защиту ребенка. Организм может дать сбой и начать бороться не только с вирусами и бактериями, но и с безобидными веществами. Специалисты также подняли тему опасения родителей вакцинацией АКДС. Врач-иммунолог Татьяна Морозова заверила, что поликлиника перешла на прививку пентоксин, которая является инактивированной. Входит еще полиомиелит инактивированный и гемофильная инфекция. То есть пятикомпонентная пентоксин. Очень хорошая вакцина, она очень легко переносится детьми и не дает никаких побочных реакций. Когда она у нас была в очень ограниченном количестве в начале, потому что это импортная вакцина, у нас родители очень ее ждали, когда она у нас появится. А вот как она у нас появилась в полном объеме, как мы ее за это самое заказываем, ну что-то родители стали ее меньше. Ну хотя вот в последнее время, может быть это связано с тем, что вот у нас сейчас идет рост, как уже все говорили, корь, паротит вовсю, сейчас у нас наблюдается тенденция к тому, что те даже лица, которые категорически отказывались от прививок, сейчас приходят и начинают прививать своих детей. Специалисты заверили родителей, что педиатр никогда не станет прививать больного ребенка. Это касается как врожденных заболеваний, так и банальной простуды. Еще одну не менее важную тему раскрыла и семейный перинатальный психолог Айшат Расулова. Как себя вести, когда заболел ребенок? Ведь от поведения родителей, по словам специалиста, зависит будущее отношение человека к собственному здоровью. Очень важно при этом не впадать в панику, а строго следовать рекомендациям специалистов. Стоит отметить, что благодаря информативному мероприятию родители получили ответы на все интересующие их вопросы от квалифицированных специалистов.